Работы выполняются все качественно. Подрядчик выиграл 2 тендера. Средства выделены. Сейчас подрядчик работает. Но единственное, что меня не удовлетворяет, это та погода, которая мешает нам к подрядчику проводить качественно и вовремя работу. Во-первых, температурный режим. Я уже сколько раз говорил и говорю, что мы не будем ложить асфальт при температуре ниже 20 градусов. Плюс дожди, которые нам мешают. Вот сегодня первый день. У нас погода наладилась, и подрядчик полностью вышел со своей техникой на работу.